Тюменцы активно обсуждают историю школьника, которого высадили из маршрутки. У ребенка не оказалось денег на транспортной карте. Инцидент произошел накануне. Сейчас полиция проводит проверку. Поводом послужило заявление родителей. По их словам, водитель не высадил, а буквально выбросил 11-летнего школьника на проезжую часть, находясь в пробке. Вот что рассказывает отец ребенка. Ему водитель сказал, что нет денег, ребенок сел, они все равно поехали. А через полторы остановки водитель взял, вышел из машины, схватил его за куртку. Да, я хочу, чтобы вы понимали, это не высадил из автобуса, а взял за куртку, схватил и выбросил его через задние двери. Это произошло напротив заправки. То есть там есть ограждение, через которое он потом перелазил, то есть он оставался в это время на дороге. Факты таковы, что ребенка взяли и выбросили. Никто его не высаживал. Если бы он, допустим, ему сказал на самом начале маршрута, я не поеду, ты не оплатил, или хотя бы оплати наличку, у него были деньги. Полицейские уже установили личность водителя. Он работает на маршрутном такси номер 57. А вот факт рукоприкладства еще предстоит доказать. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям гражданина, осуществляющего перевозки. Отмечу, что это не первый подобный случай в Тюмени. Например, несколько лет назад широкую огласку получила история 11-летней школьницы, которая не смогла оплатить проезд. Ее высадил кондуктор, и девочке пришлось пройти 14 километров. Ребенок добирался до дома 5 часов. Администрация города приняла свои меры и провела работу с перевозчиками. Между тем, защитить детей решили и на законодательном уровне. В начале этого года в России принят закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей без билетов.